За окном холодает в геометрической прогрессии. Вот еще было минус 10, сегодня уже в Екатеринбурге минус 30. И наш магазин предоставляет вам просто огромный ассортимент пряжи. Так как же понять, какая пряжа в какую погоду будет для вас оптимальной по теплу, в какой не будет слишком жарко, а в какой вы не замерзнете? Меня зовут Таня, я продавец магазина пряжи Айнитки. И в этом ролике мы с вами разберемся, какая пряжа соответствует какому температурному режиму и в какой вам будет комфортно и тепло. При температуре от 0 до минус 10-15 градусов, да, такая теплая еврозима или какое-то межсезонье, нам с вами отлично подойдут артикулы от Лана Гата, Меринокот и Суперсофт. Меринокот идет на 47% из хлопка, на 53% из шерсти. Суперсофт — это у нас 100% мериносовая шерсть. Или, например, Гармони. Гармони — это тоже 100% мериносовая шерсть, да, более тонкая нитка, 1500 метров в 100 граммах. И именно из Гармони у нас производится сам Суперсофт. Почему именно эта пряжа? Из-за особенностей ее производства. Это гладкий гребяной меринос, который отлично подойдет вам именно вот в такую не совсем холодную погоду, да, или, например, для активных занятий спортом. Он гигроскопичен, и он не будет вас согревать в холодные прям зимы, да, когда температура порядка минус 30. А в то же время он не даст вам вспотеть, да, и изжариться, например, в свитере, если он был бы из какой-то более теплой пряжи, как альпака или ангора. Стоимость Гармони 700 рублей за 100 грамм. Меринокот и Суперсофт у нас идут по стоимости 300 рублей за моток. Если температура за окном у вас примерно от минус 10 до минус 20 градусов, вам стоит обратить внимание на следующие артикулы. Это Калейда от фабрики Lanes du Nord, Кирей Color и Кирей от фабрики Катя, и Поэма, тоже 100% меринос от фабрики Lanes du Nord. Все эти пряжи — это тоже 100% меринос, но он изготавливается совсем по-другому. Эта пряжа, вы можете обратить внимание, более фактурная, более пушистая, более нежная, и за счет этого она, конечно, будет уже более теплой. Поэтому в такую погоду, да, от минус 10 до минус примерно 20-25 градусов, они будут наиболее комфортным вариантом для вас. Эти пряжи нежные, теплые и пушистые. По стоимости один моток Поэмы 600 метров в 150 граммах у нас стоит 1250 рублей. Калейда 180 метров в 100-граммовом моточке идет по стоимости 850 рублей. И Кирей 160 метров тоже в 100-граммовом мотке стоит 920 рублей. Для тех, у кого в городах уже холоднее, примерно от минус 20 до минус 30-35 градусов, мы рекомендуем вам обратить свое внимание на следующие пряжи. Это, конечно же, Ламора от фабрики Лана Кордата. 75% мериносовая шерсть и 25% ангоры. В одном 50-граммовом моточке 180 метров. 100% бэби альпака. Это пряжа Чиледжа от фабрики Lanes du Nord. 150 метров в 50-граммовом мотке. И новинка от Лана Гата, пряжа Натура. 50 метров в 50-граммовом мотке, и по составу у нас с вами здесь 40% мериносовой шерсти, 35% хлопка и 25% альпаки. Это идут уже смесовые составы, меринос вместе с более теплыми видами пряж, как, например, ангора, альпака. И именно за счет своего состава и, да, вот плотности ниточки, как, например, в случае Натуры, это уже вариант на более холодную и морозную зиму. Изделия из этих пряж будут легкими, нежными и очень теплыми. Ламора идет у нас по стоимости 850 рублей за моток, Чиледжа 585 рублей за моток и Натура 420 рублей за один моток. Ну и для по-настоящему морозных зим, когда градусник за окном показывает по порядка минус 40-50 градусов, мы, конечно же, уже советуем обратить ваше внимание на такие пряжи, как ангора. Это артикул от Биаджоли Модеста, 566 метров в 100 граммах. Стоимость такой пряжи 2800 рублей. Посмотрите, какая она невероятно пушистая и нежная. И именно за счет своей фактуры ангора будет отлично согревать вас, особенно, например, в сложении в несколько нитей, да, или, например, скомбинированная вместе с Гармони. Следующий артикул —
Это, конечно же, New White Galliver от того же фабрики Biagioli Modesta. 80% пуха яка и 20% кашемира. Благодаря тем условиям, в которых проживает сам як, да, это экстремальные перепады температуры от жаркого дня до морозной ночи, эта пряжа обладает просто потрясающими изотермическими свойствами. При этом она невероятно износостойкая, ваше изделие будет вам служить долго, не протрется. И ниточка кашемира здесь, она придает дополнительную элегантность и нежность. Только посмотрите, как цветная нитка кашемира обвивает саму ниточку яка, да, и придает ей вот такую вот изюминку и акцент. Стоимость такой пряжи 1980 рублей за 100 грамм. Или если вы привыкли вязать из моточков, для вас это более комфортно, то советую вам обратить внимание на Софио кашемир от фабрики Lanes du Nord. 25-граммовый моточек, 70 метров в одном мотке. По составу это 30% кашемира, 65% мериноса и 5% полиамида. Только посмотрите, какая толстенькая и пухлая ниточка. И именно за счет вот этой своей структуры у вас получится такое плотное, непродуваемое изделие, и которое будет согревать вас в абсолютно любые морозы. Стоимость такой пряжи 420 рублей за один моток. А если вам необходимо вдохновиться, чтобы создать для себя идеально теплое и мягкое изделие, то хотим вам напомнить о наших журналах. Например, не так давно пришел журнал от Лана Гросса, посвященный мужским моделям плечевых изделий. Только посмотрите, спокойные, элегантные, очень такие выдержанные, строгие. Здесь можно найти модель и аксессуара, и плечевого изделия, которые идеально впишутся в гардероб и подойдет под наши пряжи. Например, только посмотрите, да, из яка будет прекрасный джемпер или пуловер. Стоимость такого журнала 850 рублей. Или если вы просматриваете изделия для себя, то у нас есть серия журналов Ламана. Например, посмотрите, такое вот интересное изделие, да, плечевое, такой джемпер, под который, например, вам идеально подойдет ламура или даже ангора в одну ниточку. Стоимость журнала Ламана 468 рублей. Из каких пряж вы уже вязали и какие это были изделия? Джемперы или, может быть, шарфы, шапки, капюшоны, балаклавы? Поделитесь в комментариях фотографии своего самого теплого изделия, из чего оно было связано. С любовью, ваш магазин и нитки.